Всем привет! Сегодня хочу попробовать сделать цветочные шары. При этом я хочу использовать один интересный метод создания этих шаров, потому что у меня, наверное, как и у многих, возникали проблемы с тем, что при соединении цветов шары мнутся. И в этот раз я попробую сделать так, чтобы цветы не мялись. И что мне нужно? В первую очередь это глина для основы. Я решила взять вот такого вот фиолетового, нежно-фиолетового цвета. Раскатываю. И мне нужно два небольших кусочка, буквально диаметром, наверное, в сантиметр. Можно даже меньше. Два одинаковых кусочка. Раз и два. Это будут две основы для двух шариков. Катаю шарик из одного, катаю шарик из другого. Вот что у меня вышло. Теперь мне понадобятся пины. Вот такие вот бижутерные пины. И что я с ними делаю? Я беру один конечек и немножко его загибаю. И для второй сережки еще один такой же пин. Неважно, насколько там ровно и неровно вы их закрепите. Главное, чтобы они были загнуты. И теперь эти пины я должна вставить в мои шарики. Я беру шарик, чуть-чуть его расплющиваю, помещаю туда пин и хорошенько его зажимаю, формирую снова шарик. Небольшая часть пина должна выступать. Так, это будет один. И точно так же формирую второй. Секрет данных шаров будет заключаться в том еще, чтобы ваши вот эти шарики, основа, они должны выполняться из довольно плотной глины. То есть выбирайте глину для основы, которая будет не слишком мягкая. Ну, естественно, ту, которую не жалко. Лучше, конечно, одного цвета. Разноцветные остатки здесь, ну, можно использовать, но лучше этого не делать. Потому что если вдруг у вас цветы будут лежать недостаточно плотно, внутренности будут просматриваться. И вот мы получили две заготовки. Дальше я беру еще полимерную глину уже другого цвета. Это будет цвет моих цветов. Цветочки вы можете делать абсолютно любым методом. Я отрезаю небольшой кусочек. Ну, тоже цветы, опять же, хочу сказать, когда вы делаете, делайте из более тоже плотной глины, потому что удобнее и аккуратнее, во-первых, цветы будут получаться. Ну и я думаю, что так проще будет лепить. Раскатываем колбаску. Колбаску нарезаем на небольшие части. Цветочки не делаем огромные. Цветочки должны быть где-то диаметром 4-5 миллиметров, не больше. Вообще-то, наверное, 4-5 я сказала, наверное, слишком мелкие. 6, наверное, даже миллиметров. Все же у меня бутончики будут. Нарезаем колбаску на ровные, стараемся, кусочки. И начинаем скатывать цветочки. Цветочки делайте любым методом, каким вам нравится. Я буду делать следующим образом. Скатываю бутончик. И вокруг этого бутончика начинаю облепять лепесточки. Всего у меня будет 8 где-то лепесточков в каждом цветке.
6. Просто вот такие вот цветочки. 7 и 8. Вот такой вот цветочек, такая розочка у меня получается. И сейчас я должна сделать довольно большое количество этих цветочков по такому же принципу. Обратите внимание, что на задней части у меня не остается попки. Если у вас остается, то ее необходимо подрезать лезвием. То есть вот такие вот цветочки. Я делаю, ну, пока что штук 20 таких цветов. Ну что ж, цветы я сделаны. Большенькое такое количество я сделаю. И теперь я должна буду собирать шар. Значит, в чем заключается особенность? Ну, в первую очередь можно применить гель-жидкую пластику. Поэтому я ее рядышком положу. Я все же немножко смажу шарики ею. И помимо этого мне понадобятся вот такие канцелярские пины остренькие. То есть они похожи на бижутерные пины, но эти вот с острым концом. И именно их я сейчас буду использовать. Что же я делаю? Я беру одну из заготовочек, капаю на нее небольшое количество геля. Ну и немножко распределяю гель с помощью зубочистки. Не обязательно сразу мазать всю поверхность. Можно сначала ту, на которую будем приклеивать цветочки, и затем постепенно обмазывать дальше, добавлять вернее. Так, и вот я его обмазала. Теперь я беру пин, беру один цветочек, протыкаю его, так как я обычно протыкаю все мои цветочки, и чуть-чуть оставляю вот здесь вот кончик острый. Я беру полученную розочку и втыкаю его в нашу заготовку. Плотненько-плотненько. И оставляю вот таким образом этот пин. Беру следующий. Снова протыкаю розочку. Чуть-чуть поддерживаю снизу. Опять вытаскиваю небольшое количество. И присоединяю эту розу рядом. То есть присоединяем плотненько, так, чтобы она касалась основы. Так, тоже можно добавить немножко геля на те участки, которые не успели мы смазать. Чуть-чуть. Можно зубочисткой разравнять, можно пальчиком. Беру следующий цветок, накалываю, вытаскиваю небольшой кончик и присоединяю рядом. И теперь, посмотрите, я могу вот так вот перевернуть и поставить вот таким образом заготовку. Соответственно, цветы у меня не мнутся. Беру следующую розу, прокалываю, немножко вытаскиваю кончик. Сильно не вытаскивайте, а то будет неудобно крепить. И плотненько втыкаю в заготовочку. Смотреть, чтобы все цветы были плотненько прижаты друг к другу. Вот таким вот образом. Опять ставлю. Беру следующую розу. Накалываю. Вытаскиваю кончик. Выбираю место. И снова накалываю. При этом обратите внимание, не обязательно поддерживать заготовку за низ. Можно вот держать как раз вот за эти вот иголочки выпирающие. Очень удобно. Так, чуть-чуть подмажу с этой стороны гелем. Можно, конечно, и без геля, но на гель будет все же, наверное, покрепче держаться. Если обмазывать шарик просто гелем и без булавок крепить, вот лично у меня эти цветы все время расползаются. Видимо, гель такая вот штука скользящая слишком, что вот у меня лично все время все эти розы норовили убежать со своих мест.
Поэтому вот я решила попробовать сделать вот именно на такой штуке. Так, втыкаю. И ролочки чуть-чуть подравниваем. Розы должны прилегать к основе. То есть должны ее касаться. Беру следующую. Протыкаю, вытаскиваю и втыкаю в нашу заготовку. Вот так. Следующую. То есть сначала я вот сейчас насаживаю крупные розы. Если у меня останутся какие-то слишком большие, так скажем, пространство, то в эти пространства можно прикрепить более маленькие розочки, бутончики, листики, если вы хотите сделать с листиками. Я сегодня листики не буду делать для данного шара. Я хочу сделать просто вот такие вот розовые, красные шары. И тоже очень удобно, вот, допустим, немножко раздвинуть. Вот эти вот штуки можно и розочку пододвинуть так, как вам надо, чтобы она сидела. Так, и еще розочка у меня как раз вот осталась для пустого места. Протыкаю и саживаю ее вот сюда. Чуть-чуть можно раздвинуть. И теперь смотрим. Если у вас где-то розочки чуть-чуть сдвинулись, то их можно вот так вот пододвинуть, поправить, чтобы они у вас сидели красиво и ровно, прижимались. При этом шар, естественно, можно ворочить, как вы хотите, потому что ничего с ним при этом не станет. Ну, я вижу, вот здесь у меня есть несколько просветов, поэтому я возьму еще несколько кусочков глины и скатаю маленькие бутончики, буквально вот по три такие штучки, по три лепесточка соединю. То есть тут уже как бы дополнение, это вы смотрите по тому, что у вас вышло. Протыкаю точно так же, как и большие розы, и в те места, где мне кажется, что чего-то не хватает, вставляю вот эти бутончики. Так. Где у меня тут еще что-нибудь есть? Вот сюда можно еще вставить один. Так. То есть старайтесь, чтобы шарики были такие плотные весьма. Естественно, один такой вот розочный шарик уходит, ну, порядка где-то, наверное, 20 роз. А благодаря тому, что мы иголочки ставили, тоже хочу сказать сразу, мы запекать бусину будем тоже вот в таком же по виде, в котором вы ее видите. То есть не выдергивают эти колючки. Почему мы это сделаем так? Потому что после запекания эти колючки очень легко будет выдернуть. Вот. И при этом еще, конечно, шарик у вас не помнется, если вы будете запекать его в таком вот именно виде. Так, я вот поворачиваю, смотрю, есть ли у меня просветы еще где-то большие. Вроде бы нет. А, вот еще один просветик есть. Значит, еще один маленький бутончик. Поэтому тоже, прежде чем запекать, посмотрите, чтобы все просветы были закрыты. Нам необходимо, чтобы наш бутончик был красивый. Вот этот вот такой букетик, скажем так. Шар. Букет-шар. Так. И еще
еще один лепесточек. Такой мини-бутончик вышел. Протыкаю. Не обязательно по 3 лепестка. Если у вас зазор чуть больше, можно большее количество лепесточков сделать. У меня, поскольку зазоры небольшие, я поэтому и делаю тоже небольшие такие цветочки. Так, поворачиваю еще раз. Если я вдруг вижу, что случайно где-то пальцем задела лепесток, его можно всегда поправить. Вот еще один просветик. Значит, еще одна розочка. Мини-розочка. Нарезали, размяли и ставили. Я думаю, что это последнее. Поэтому сейчас я вам закончу ее и покажу, что у меня вышло. Протыкаем. Чуть-чуть кончик всегда выставляем и вставляем в нашу композицию. Вот таким вот образом. Розочки должны быть достаточно плотно друг к другу, потому что за счет этого они у вас, во-первых, сами склеятся, ну и не позволят остальным цветам развалиться, которые есть вокруг них. Ну вот я поворачиваю мой шар, я вижу, что у меня все просветы закрыты. Значит, меня этот шар полностью устраивает. И вот таким же образом я сейчас делаю второй шарик. Полученную конструкцию я буду запекать вот именно в таком виде, в котором вы видите. В течение 25, наверное, минут. Где-то при температуре 130 градусов. Ну вот, оба шарика готовы. И теперь осталось их отправиться запекаться. Да, хочу еще сказать одну вещь. Можно основу подморозить немножко в морозилке. Она будет тогда тверже и будет еще удобнее втыкать булавки с розочками в этот шарик. И вот в таком прям виде я их отношу запекаться. Ну вот, шарики у меня запеклись. Как вы видите, ничего у них не съехало. Они остались такие же ровные, круглые. И теперь, в принципе, можно выдернуть из них булавки, вставить пины, и ваши сережки будут готовы. Но, или кулончик, или брелочек, смотря что вы там задумывали. Ну, что хочу сделать я. Я люблю, чтобы композиция была немножко посложнее, поэтому я вот нарезала небольшое количество листиков. Листики можете сделать абсолютно любые, любыми методами. И я хочу немного усложнить наш шар. Я выдергиваю пины. Как вы видите, это делается очень просто. Я ставлю всего 3 штучки для того, чтобы удобно было ставить для запекания. Повторно. Потому что, поскольку я хочу прилепить еще и листики, то, естественно, нам потребуется повторное запекание. Можно оставить, еще раз говорю, без листиков. Как вы видите, пины очень легко выдергиваются из наших розочных шаров. Так, мне пригодится зубочистка и немножко геля жидкой пластики. Я ее выдавлю прямо вот сюда, на поверхность, потому что мне ее необходимо будет совсем немножко, только те места, где я буду вставлять листики. Я ее беру на зубочистку, наношу на то место, куда я хочу вставлять листик, подцепляю листик и укладываю его. Листиков вы можете укладывать любое количество, или же делать, еще раз говорю, без них. Их вид, их форму и прочее, это вы тоже делаете, выбираете сами. Я же хочу сделать совсем немножко листиков. И поэтому немного только дополняю мои уже готовые, в принципе, розочные шары. Стараюсь посильнее прижимать основание в гель. И листик сам немножко загибаю, чтобы он не торчал.
смазываю гель и присаживаю листик прямо в гель и немного его загибаю. Ручками старайтесь не трогать те места, куда мы с вами приклеиваем листики, чтобы листики не помялись и выглядели аккуратно. Можете добавить, допустим, не листики, а какие-нибудь там завиточки или более мелкие бутончики других цветов. То есть тут уже так, как вы хотите, так и делайте. Ну, в принципе, наверное, достаточно в этом шарике. Вот несколько буквально листочков будет вполне достаточно. И то же самое я проделаю со вторым шариком. Шарики запеклись. И вот так вот они у меня выглядят. Как видите, пины я еще не все достала. Значит, почему я не достала пины? Потому что сейчас я буду покрывать шарики лаком. И для удобства я их буду на этих пинах так же, вот как они стоят, сушить. Ну и я решила покрыть глянцевым лаком и розочки, и листочки, чтобы цветочки немножко ожили. В данном случае именно для этого. Я беру кисточку, беру глянцевый лак и аккуратненько покрываю. Мы покрываем в один слой, только чуть-чуть, чтобы для цветочки, листики немножечко, вот буквально ожили. Так сказать. Поэтому не надо тут стараться залить все лаком. Немножко покрыть и все. И оставить сушиться. Даже если где-то вы в каких-то местах не промажете, ничего страшного. Но лучше, чтобы слишком много лака не было. И тоже вот за эти штучки выступающие. Очень удобно поддерживать розочку, шарик, вернее, для того, чтобы его покрыть лаком. Ну и лак, конечно, защитит изделие от попадания на него грязи, каких-то пылинок, и особенно вот в мельчайшие дырочки между цветами, чтобы ничего не попадало. Я тоже покрываю именно по этому лаком данные шары. Так. И все. И вот на этой трехножке, так скажем, мы снова ставим наш цветочек сушиться. То же самое я сейчас делаю со вторым цветком. Ну что ж, завершающий этап. Вот мои шарики. Они полностью высохли, имеют теперь такой приятный глянцевый блеск. И теперь я вытаскиваю оставшиеся булавочки. Как видите, все это очень просто делается. И теперь мне осталось подвесить мои шарики на швензы. Вот у меня две швензы. Понадобится инструмент. Я разгибаю швензы. Колечки я тоже, кстати, уже вставила. И подвешиваю. Швензы можно взять любые. Я беру самые обычные. В общем, диаметр у меня одного шарика получается где-то 2,5 сантиметра. Что, в принципе, неплохо, потому что очень большие, они были бы очень тяжелые. Я очень легко надеваю их и закрываю. И вот такая веселенькая, красивая прелесть у меня выходит. Ну-ка, лампа, посвети немного нам. А то у нас вечер уже. Вот такие вот сережки у меня получились. Всем огромное спасибо за просмотр. Всего хорошего. Пока. И лепите вместе со мной.